Уважаемые друзья, вот мне как гражданину и предпринимателю где-то летом прошлого года, 2017 года, пришлось столкнуться с некоторыми юридически сложным делом, и я начал интересоваться, кому бы обратиться за консультацией и юридической помощью. И вот юридическая контора с очень интересным названием «Диктатура закона». Мне, можно сказать, очень сильно повезло. Самое главное, что мне понравилось в их работе, в их, значит, делах, это очень большой профессионализм, оперативность. И самое главное, еще что отличает эту юридическую контору, очень большая прозрачность в работе с клиентами и, значит, их человеческая порядочность и честность. Результатом всего этого нашего знакомства явилось то, что в течение определенного времени, значит, эти ребята решили мои юридические, значит, вопросы именно в положительном правовом поле. Поэтому, исходя из всего этого, я просто рекомендую. Я знаю, что люди довольно часто сталкиваются, значит, с проблемами правового, юридического характера. Поэтому все зависит от того, кого вы выберете в качестве помощников в русле этого юридического делопроизводства. Я считаю, что, значит, именно в системе, значит, правосудия, в системе юридических, так сказать, делопроизводств все должно быть прозрачно и честно. Тогда наше гражданское общество будет довольно, и, я думаю, наступит не только диктатура закона, но и диктатура справедливости. Спасибо за внимание.